Вам позвать администратора? Меня всегда интересовало, я здесь много лет живу. Когда на Кирова появятся грунёвки? Ну, то есть, вы где проживаете? Жила здесь, сейчас живу дальше. А сейчас где дальше? Сейчас в Салонке, да. Ну, у меня вот квартира. Я сюда езжу, я здесь езжу часто. И вот, когда хороший дождь, бежит весь тренажерник, да, и колеса открывает машину. Все Кирова такое. Я смотрю, опять делают у нас дороги, в городе все так замечательно. Ну ничего нового для меня не сказали. Олег Викторович, повторите, когда будет у нас прочищать грунёвки? Грунёвка здесь чистая, ее обследовали. Дождеприемные колодцы были частично закатаны после 2007 года. Сейчас при фрезеровании все нашли, когда будут делать дорогу, соответственно, покрытие, все ливневки будут приведены в уровень с дорогой. Да, это проблема будет. Эта проблема была, потому что середина дороги, она была просевшая. То есть вода вместо того, чтобы попасть в дождеприемный колодец, она бежала посередине дороги. Я этот вопрос с первого штаба задал, это раз, делается ремонт, а какие меры принимаются по очистке ливневой канализации? Выясняется, что она здесь все-таки есть, ее нужно чистить, тогда она будет работать. Поэтому задача организации ДРСУ, которая сейчас делает ремонт по взаимодействии с нашей службой, чтобы ее не засорить, а наоборот прочистить. Поэтому надеемся, чтобы этого не было. Всего доброго. До свидания.